Знаешь, какой сегодня день? Сегодня третий день нашей трехдневной поездки по стране. И день нашей пятой годовщины. Миленький городок. Здесь мне нравится куда больше, чем в отеле. Люди тут, наверное, так счастливы. Так себе народ. Привет. Привет. Ты слышишь? Что? Тишину. Так здорово. А Тамара здесь? Нет. Думаю, вы ошиблись домом. Это было стрёмно. Ты самый большой грязнуля на свете. Господи! О, Господи! Запри дверь! Потому что вы здесь.